Всем привет-привет! С вами Лилия Донскова, и сегодня у нас будет обзор, очередной обзор покупочек из каталога номер 9 компании Oriflame. Очень крутой каталог, заказ у нас вкусный, готовы смотреть? Поехали! Заказ на 150 баллов, сразу расскажу, какая выгодная у меня получилась покупка. 6660 рублей мне надо было бы оплатить, но я оплатила всего 2660, то есть 4000 составила экономия. А все почему? А потому что я не просто для себя покупаю продукцию, а потому что у меня есть команда, и компания мне платит деньги за организацию товарооборота. Вот так здорово, представляете, 4000 идут подарком. Ну что, поехали смотреть заказ? Мне что очень нравится, то что сразу приходят каталоги уже на следующий период. И я сегодня уже каталог посмотрела. Он замечательный. Это каталог номер 10. И вот у меня их целая пачка. Будут еще, потому что каталоги я все время раздаю знакомым, подружкам, чтобы они смотрели. Прислали очень интересную акцию «Лето без границ». И здесь великолепные аксессуары, которые может получить каждый из вас. Сумки, косметички, чемодан, часики в такой приятной розово-какой-то кремовой гамме. Мне очень понравилось, я хочу собрать такую коллекцию. И это на самом деле несложно. Если вам интересно, как получить такие подарочки, напишите мне в комментариях, я вам все расскажу, помогу на старте, как все сделать правильно. А я, конечно же, очень-очень захотела рюкзачок. Сейчас мне... У меня есть пока один рюкзачок, он очень удобный, но хочется разных цветов. И я прям недавно подумала, что я хочу розовый рюкзак. И вот он у нас будет уже в подарок скоро. Ну а теперь приступаем к разбору заказа. Есть в нем пакетик, в котором удобно заказываете носить. В этот раз мне пришел позитивный зеленый пакет. Ну и поехали с самого начала. Шампунь против перхоти из серии Hair X. Тоже под заказ для подруги моей мамы. Она уже попробовала такой шампунь и сказала, хочу еще. Он действительно круто очень работает. И посмотрите, какой красивый дизайн. Это новый дизайн. Буквально 2-3 каталога назад вышла серия в обновленном дизайне. Мне понравилось. Так стильно, чисто. В шведском стиле. В заказе у меня целых 3 геля для интимной гигиены. Как без них люди живут, я не знаю. У нас такого не бывает, чтобы геля не было в ванной. Пользуемся всей семьей. Я считаю, что это самое лучшее средство для того, чтобы было сухо и комфортно. Ну и, если честно, решает некоторые вопросы. Например, если вспомнить вот детство моей дочки, то была неприятная ситуация, когда там были какое-то жжение неприятное. Мы спаслись интимным гелем просто. Поэтому рекомендую его заказывать, а в этом каталоге он с ромашкой, мне он так понравился, очень приятный. В серии Loving Care небывалая распродажа на жидкое мыло для рук, крем для лица и рук, у меня их в заказе 2. Это, кстати, все под заказ, а я сейчас как раз таким кремом пользуюсь. Он с ароматом миндаля, такой нежный, мягкий. Знаете, это вот какое-то прикосновение нежности, вот что-то такое из детства. Мне он понравился, просто я считаю, безупречный продукт и по дизайну, и по составу, и по ароматике. То есть все в нем прекрасно. Жидкое мыло, представьте, такой огромный флакон, 149 рублей всего стоит. 2 мыла. Один под заказ, один кусочек себе. Мы уже брали такое мыло и не раз. Что нравится? Здесь вес 125 грамм. Сколько в обычном кусочке? Почти в 2 раза меньше, да? По-моему, 75. 125 грамм. Такой большой кусок кремового мыла, которое можно и лицо даже умывать, если хочется. Бывает такое, что иногда хочется умыться как-то пожестче, да? На самом деле оно очень мягкое, кремовое, ручки такие приятные, можно купать все тело. Невероятно классное мыло. Сразу несколько моих любимых зелененьких паст с травяным комплексом. На самом деле люблю больше всего эту пасту. У нас их много. Есть отбеливающая, тотальная защита, тонизирующая. Мне нравится травяной комплекс. Такое ощущение после использования этой пасты, как будто бы сделали генеральную уборку во рту.
Вот просто все, вот зубки блестят, гладенькие, то есть язычком трогаешь, они такие гладкие. Десны, ну вот у меня нет проблем, чтобы там кровоточили десны или впухали. Я все время пользуюсь только пастой Oriflame. Она одобрена шведскими стоматологами и лично мной. Рекомендую. И она просто классная. Шампунь для волос и кондиционер 2 в 1. Это для девочек. Муана. Чудесный мультик, чудесный продукт. Очень полюбился всеми девочками и мной тоже. Обожаю мыло из этой серии. А это я взяла в подарок для дочки моей подруги. Подарю ей. Побалую. Далее. Несколько средств солнцезащитных. Как хорошо, что они у нас есть. Я уже в этом году провела первое испытание этого средства, уже 2 раза была, принимала солнечные ванны, 1 раз на пляже, 1 раз на огороде, так сказать. Крем меня не подвел, хотя было очень жарко, солнечно, но он справился с этой задачей. Я вам расскажу маленькую фишку. Кремом нужно мазаться за 15 минут до того, как вы окажетесь на солнце. Потому что любой крем, любой абсолютно крем, который вы на себя наносите, он не сразу начнет работать. Ему нужно проникнуть, распределиться, включиться. И только после этого он скажет: я готов. Поэтому у нас нет времени на пляже мазаться. Тем более, пока вы дошли, у вас тело уже влажное стало, да, неприятно. Если вы захотите искупаться, то оно мокрое. Крем нужно наносить дома на чистую, сухую кожу. Поэтому я беру сейчас SPF 15. Долго на солнце не лежу, потому что даже считаю, что если даже сделать защиту 50, это максимальный уровень защиты, все равно нет смысла так долго лежать на солнце и тратить свое время. И сейчас не модно слишком загорелое тело, да? Но легкий загар, вот я его уже получила, я считаю, что все равно приятно иметь, чтобы кожа была такая, ну, приятная для взгляда. Это для тела, тоже все под заказ. Показываю своим примером, как пользуюсь, у меня все заказы. А это для лица антивозрастной SPF 25. То есть лицо — это отдельная история, поэтому для лица нужно брать отдельные средства. Подруга пришла в гости, понюхала парфюм жасмином из серии Woman's Collection и влюбилась в него, так же, как и я. Она говорит: какой он необыкновенный. Несмотря на то, что цена такая маленькая, цена, аромат волшебный. И он не просто вот как жесткий жасмин и все, да, там прямо жасмин и умираешь, потому что если долго стоять у куста цветущего жасмина, то может даже разболеться голова. Тут такой ненавязчивый, легкий аромат жасмина. При этом он такой создает позитивное настроение, то есть он не тяжелый, не давит, он легкий, он подходит даже на жаркую погоду. Поэтому я вам рекомендую, очень классное предложение в этом каталоге, очень классный парфюм, вкусный, сочный. Бодренький такой. Себе взяла пилочку. Сейчас ее распакую, покажу. 4-сторонняя пилка. Без нее я просто жить не могу. У нее есть все, что нужно. Жесткая, прям чтобы хо-хо-хо, как попилить ногти. Более мягкая, когда уже нужно шлифануть, да, так, или маленький заусенчик убрать. Есть 3-я сторона на торцевой части, которая у нас уже шлифует. И есть полировщик, чтобы сделать ноготь идеально гладким и блестящим. Пилка служит долго. То есть, если вы ее возьмете, она у вас, ну, не одноразовая. Она прослужит несколько месяцев. И цена у нее просто копеечная. По-моему, меньше 100 рублей стоит. В заказе есть лак. Это, ну, под заказ. Классный красный цвет. Я, кстати, сама обожаю красные цветы на ногтях. Далее. Мои любимчики. Сегодня уже показывала эти витамины, поэтому пачка открыта. Я в прямом эфире просто открыла эту пачку и выпила 1 пакетик витаминок. Вот так они выглядят. И мое личное мнение, что витамины нужно пить каждый день. На этом нельзя экономить. Я никогда не экономлю на средствах по уходу за лицом и телом и волосами. То есть я беру все, не глядя на ценник. Главное, чтобы это было действительно эффективно и проверено. То есть не просто там, ну, от балды взяла там за 5000 какой-то крем. Нет, я беру серию NovAge для лица и витамины Wellness Pack. Они работают круто, и этому доказательство я сама. То есть для меня самое главное мой личный опыт.
Потому что если кто-то там пишет, ой, это круто, это классно, это хорошо, но пока я сама не попробовала, пока я не увидела результат, я не могу рекомендовать другим людям. И в свои 44 года я заявляю честно, что витамины и NovAge – это молодость. Это молодость, это драйв, это прекрасное самочувствие и супер настроение. Поэтому пользуйтесь с удовольствием. Далее, тоже тема ногтей, щеточка. Не буду открывать, расскажу вам про нее немножечко поподробнее. Я ее люблю, это одна из моих любимых щеточек. Она сделана как ручной работы на деревянной основе. Очень хорошая такая жесткая щетина. И удобная веревочка, чтобы повесить, просушить эту щеточку. Я люблю такие вещи, которые вот как бы сделаны, да, вот руками, с душой. Она действительно такая уютная, классная и прекрасно справляется со своими задачами. То есть она очищает кожу, отодвигает кутикулу. Я всегда с этой щеточкой. То есть она у меня в ванной и рекомендую взять в этом каталоге с хорошей скидкой. И здесь у нас сенсация. Сейчас сразу все достану. Этот каталог нас радует тем, что огромная распродажа, небывалая, на декоративную косметику, помады, контурные карандаши для губ, для бровей, для глаз, подводки, туши. Все идет с огромными-огромными скидками. И я вам рекомендую внимательно посмотреть в каталоге то, что вам нужно взять, потому что никогда в жизни еще не было таких огромных скидок. Помада Color Box Lipstick очень хороша помада по качеству, очень простой дизайн, то есть простой, ненавязчивый такой молодежный дизайн, шикарные оттенки помад, помада увлажняет губы, она дает хорошее плотное покрытие, при этом ощущение невесомости и легкости. Здесь у меня 4 оттенка, мы вам покажем потом их все ближе, начиная от теплых, розовых и заканчивая такими яркими красными рыжими оттенками. Вот 4 помады, это все под заказ, красивые классные цвета. Есть у меня в заказе 3 помады серии The One, 3 в одном, очень шикарная помада. Как ее открыть, только не знаю. Сейчас воспользуюсь карандашиком. То есть ее нужно аккуратненько подеть, чтобы не порвать вот этот хвостик. Лучше всего для этого подходят тонкие ножнички, пилочки или еще что-то. Сейчас сразу открою. 2. Так, у меня просто 2 одинаковые в заказе и 1 иная. Я вам покажу их разные. Чем хороша помада? Она увлажняет губы. Вот, все, я справилась. Я молодец, я справилась. Посмотрите, какая красота. То есть, если вы видите, то в середине у нее есть сердцевинка. Это бальзам, который увлажняет губы. Следующий круг – это блеск. И следующий – цвет. То есть, она из 3 слоев. Это 3-слойная шикарная помада. Но когда мы наносим ее на губы, все слои смешиваются. И в результате мы получаем увлажнение, питание. Губки блестящие, пухлые, нежные и невесомость. Вот это мне очень нравится. Это первый оттенок, вот у нее. Где же тут код? 30986. И второй оттенок это клевер. Точно такой же у нее красивый состав. И вот такая вот красивая красота. Нежного же сиреневый цвет. То есть это тот, кто любит более нежную помаду, а вторая для таких более вечернего макияжа. И есть еще одна помада в заказе. Это просто бомба. Она у меня сейчас точно такой же цвет на губах. И у меня увидела ее подруга. И вот почувствуйте разницу. Когда берешь в руки помаду серии Giordani, то сердце замирает. И вообще все внутри ликует и радуется. Потому что это просто чудо. Вот этот золотой флакон, он не портится, даже если вы бросаете его как попало в косметичке, он не царапается и сохраняется такой шикарный блеск. Вот такой оттенок, чарующий беж. Матовая помада, шикарная красотка, лежит на губах необыкновенно, и это модно. Это уже несколько сезонов у нас в моде матовые помады, они сохраняют такие все-таки лидирующие позиции, такие нюдовые оттенки. Они всегда актуальны и всегда востребованы.
вот сюда поставлю ее вперед. Ну, конечно, упаковка просто бомба. А цена просто копейки. На мой взгляд, это действительно ни о чем. Далее у меня здесь карандаш для губ. Это я взяла для себя. Тоже серия Giordani. Ладно. Чем он классный, потому что у него есть кисточка. Сам карандаш я взяла коралловый оттенок. У меня почему-то не оказалось коралловых цветов карандаша. Очень мягко лежит. То есть я его пробовала на руке. То есть я делаю легкое-легкое прикосновение, и он уже сразу рисует линию. Я люблю такие карандаши послушные. Я очень не люблю слишком жесткие, которые прям царапают губы, тянут кожу. Я их сразу выкидываю. И я не люблю слишком мягкие, которые плывут. То есть у него такая нужная консистенция, правильная консистенция, чтобы прорисовать хорошо контур губ. Здесь же у меня карандаш для бровей. Обратите внимание, что с одной стороны у него... Нет, это не для бровей. А, это для губ карандаш. С одной стороны кисточка, вот. А с другой стороны цвет. То есть такой нюдовый цвет как раз, кстати, под эту помаду. Отлично, как раз я подруге покажу этот карандаш, чтобы она увидела, какой он в деле. И один карандашик, это тоже под заказ. Все время про него рассказываю всем, потому что балдею от этого карандаша. Это карандаш для бровей. С одной стороны щеточка, очень удобная щеточка, чтобы расчесать брови. А с другой стороны потрясающий классный карандаш, который великолепно прокрашивает каждый волосок. И можно рисовать такие брови, которые вам нужны. И каждый день можно дизайн бровей делать разный. И завершает у нас карандашную тему тоже контур серии The One. Кофейный, такой золотистый кофейный оттеночек у него. Чем я люблю эти карандаши, они такие мягкие, нежные, не растекаются. Я в себе все время заказываю из этой серии металлик, зеленый такой оттенок, и подвожу им внизу глазки. Глаза сразу такие становятся, вау, огромные, распахнутые. Супер! И хочу вам похвастаться. Новинка. Усы такие красные. Это тушь термостойкая серии The One. Прекрасный алый цвет упаковки, который просто возбуждает желание быстрее открыть. И я вам хочу продемонстрировать щеточку. Такой щеточки у нас еще не было. Посмотрите, какая она тоненькая. Такая завитушечка идет, четко, как будто дрелька. Я завтра буду пробовать эту тушь и сниму видео, как крашусь, как умываюсь с этой тушью, потому что заявлено, что она термостойкая, то есть она не смывается холодной водой, в бассейне, в море, в реке, в пруду, где бы вы ни купались, попали ли вы в дождь или снег, тушь останется на ресницах, а это очень важно, особенно сейчас, когда мы, ну, потеет кожа, да, все может испортиться макияж, хочется все время быть красоткой с самого утра, как сделали макияж, и до позднего вечера. И я думаю, эта тушь справится с любой задачей. Ждите скоро нового видео. И хочу завершить свою презентацию новостью, потому что мне еще прислали такую открыточку. Это для тех из вас, кто еще ни разу не регистрировался в компании Oriflame. У вас нет дисконта, скидки 20% на всю продукцию. Сейчас у вас есть уникальная возможность получить вот такой парфюм совершенно бесплатно в подарок от компании. Напишите мне вопросы, я вам расскажу лично, как это сделать, как получить парфюм, потому что у вас есть на это всего лишь 2,5 недели, чтобы принять решение. Договорились? Вот, пишите мне, потому что парфюм обалденный просто, такой вкусный аромат Эльвия. Во-первых, это стойкость, во-вторых, это необычный, неординарный всегда состав парфюма, и в-третьих, он действительно очень вкусный, мне он понравился. Вот, спасибо за внимание. Надеюсь, вам все понравилось. Если есть вопросы, пишите в комментариях, будем общаться, обмениваться энергией. Вот, с вами была Лилия Донскова. До встречи. Я вас всех очень люблю. Пока-пока.